Приветствую всех на канале Автоток. Сегодня у нас видео штатная магнитола для автомобиля Toyota Yaris и Toyota Vitz. Пластиковый корпус она имеет, повторяет форму головного устройства с магнитолой вместе и с панелькой с вентиляцией, скажем так. Вырезы под нее имеются, то есть установка проблем не возникнет. Все станет на место без щелей, зазоров и прочих доработок. Также на панельке имеются у нас механические кнопочки, крутилочки, что, скажем, придает такой вид классической магнитолы на автомобиле. Есть разъемы под SD-карты, под microSD. Два. Один слева, другой справа. И тут еще разъем мини-USB. Вот. Также имеется DVD-проигрыватель, в общем, полный комплект магнитолы. Дисплей 6-дюймовый, довольно компактный, но при этом хорошее разрешение и выдает довольно неплохую картинку. Плюс сенсорное управление делает эту модель довольно современной, но при этом оставляет классический дизайн. Вот, по характеристикам давайте посмотрим сразу, что у нас тут есть. Она вполне себе мощная. 8-ядерный процессор. 2 гигабайта оперативной памяти. Android 8.0. Вот, то есть вполне себе современная магнитола и производительная. По приложениям пробежимся. Радио. Такой встроенный радиотюнер, здесь такой интерфейс, простой, понятен, настройки, поиски станций. Вот. Эквалайзер тоже имеется. Здесь очень много настроек звука, есть вот эквалайзер конкретный. То есть можно настроить пользовательские, либо какие-то сохраненные настройки поставить. Так, что навигация присутствует, возможность установки различных навигационных систем. Хотя Google здесь уже по умолчанию стоят, Google карты, но может поставить любое другое. Есть Bluetooth, поддержка гарнитур, свободные руки, смартфонов, трансляция изображения, звуков, тоже все это есть. Возможность настройки кнопок на руль тоже присутствует. По RCA провода можно подключить различные дополнительные аудио-видеоустройства, в частности камеры парковочные, переднего обзора, бокового, кругового. То есть очень удобная вещь при парковке. Да и в принципе помогает избежать ненужных аварий и неприятных ситуаций. Вот. Ну и поскольку Android есть Play Market, устанавливать различные приложения можно. Chrome браузер в интернете сидеть. Интернет можно получить при помощи Wi-Fi, к которому можно подключиться, либо через USB модем настроить свой, скажем так, личный интернет и не зависеть от сети Wi-Fi. Ну и аудио-видеоплеер, само собой, поддержка множества форматов медиафайлов, с внутренней памяти, с внешних носителей типа USB флешки, microSD карты, DVD диски, DVD-CD. В общем, очень много источников, где можно послушать музыку и посмотреть фильмы. Вот, хорошая качественная магнитолка, 12 месяцев гарантия, отправляем по всей России транспортными компаниями либо почтой. Имеется оплата наложенным платежом. Только при получении, то есть посмотрели, что-то не понравилось, можете вернуть. Вот. Ну и постгарантийное обслуживание, техническая поддержка от менеджеров. По комплектации идет у нас само устройство головное, фишки подключения, USB провода с выходом под выносной микрофон. Выносной микрофон, собственно, RCA. Кабели подписаны, они все с установкой, проблем не возникнет тоже. GPS-модуль. Переходник с USB на мини-USB. И даже есть пульт дистанционного управления. Очень удобная вещь. Ссылка будет под видео на магнитолу. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. Спасибо за просмотр.